Хотите узнать универсальную формулу, как за 2 минуты рассчитать любую круглую горловину? Тогда досмотрите видео до конца, увидите вывязанную горловину по предложенному расчету. Делаем расчет для стандартной горловины на 40 петель и 20 рядов. Делим общую ширину 40 петель на 3 части. Получаем 13, 14 и 13 петель. 14 петель – это горизонтальный средний участок, его можно сразу закрыть. Боковые части по 13 петель также делим на 3 и получаем среднее значение 4,3 петли. И теперь, внимание, самое интересное. Убавляем петли закругления по принципу. Первая треть по 3 петли, вторая треть по 2 петли и остаток по 1 петле. Ориентируясь на результат 4,3, получаем участки убавок 3 петли, 6 петель, 4 петли. То есть один раз убрали 3 петли, 3 раза по 2 петли и 4 раза по 1 петле. Все, что остается, провязываем прямо. Провязав горловину по этой формуле, вы увидите, какое аккуратное получается закругление. А теперь посмотрите, как выглядит эта формула на 80 петлях и 40 рядах. То есть это универсальный принцип, универсальная формула и работает на любом количестве петель и рядов горловины. Если вам это видео понравилось, нажмите «Нравится» и подпишитесь на наш канал. Ваша Наталья Некрасова.